Здравствуйте, друзья! Продолжаем прохождение Baldur's Gate на уровне сложности доблесть с нашей дитьянки-бардом Эльзой. Мы находимся в подземье, в Гримфордже. Вот только что мы очень хорошо поговорили с этими мощными роте. Что-то типа овцебыков, как я понимаю. Они перебили своих, ну, вместе с нами, конечно, своих злобных, жестоких погонщиков. И в благодарность за то, что мы заступились за них, они разбили этот завал и открыли нам путь куда-то дальше. Как мы узнали, там есть адамантин, ну и значит кузня. Пошлите навстречу приключениям. Вот где адамантиновый шлак. Ну, он нам не нужен. Это чисто понять, что где-то есть адамантин. Косточки стилетные. Так. И вон какая-то маска из адского металла. Угу. Если память мне не изменяет, это маска Меригона, адского солдата. Не хотелось бы мне повстречаться с их командиром. Давай. Да. Да, ну-ка посмотрим, что за маска Меригона. Вон какая. Ну, я уже знаю, что нам пригодится она в дальнейшем. Не для того, чтобы носить, хотя если носить, там тоже есть такие интересные приколы. Ну, мы не будем. Но мы сможем выковать из нее что-то нужное. Вернее, не мы, а кузнец сможет для нас кое-что выковать. А, сохранение прошло. И все тут затряслось. Вся игра начала куролесить не по-детски. Какие-то сохранки. Давай, давай, игра. Боевой топор. Давай возьмем боевой топор, мы перевесимся. Давай-ка что-нибудь. Вот как-то я еще всякие снаряжения никуда не нужно не отправляю, потому что думаю, что может быть еще можно будет что-то поменять. Что-то пригодится. Посмотрим, что мы тут. Как бы вот, ну, перчатки хорошие. Ладно. Давай-ка мы всякий хлам отдадим. Отдадим Лейзель. Она сильная. Сильная девица. Пусть тащит. Но нам, конечно, уже надо к торговцу. Так, и все эти колбасы и прочую рыбу в лагерь, в лагерь, в лагерь. Пусть там лежит, пусть кто там у нас в лагере остался, пусть они готовят. Чтобы к нашему приходу все было готово, вкусно и свеже. Кому еще отдать? Молот, ох, тяжеленный. Тащи этот молот. Потом продадим. Так, окей. Везде статуи. Шар. Темной богини. Ее храм. Так, ладно. Still breathing, despite everything. Mm-hmm.
Да-да, тут целая куча ловушек. Но мы по ним не пойдем. Тут можно идти, надо все-все-все ловушки увидеть, обезвредить, и тогда можно будет открыть эти ворота, и то не так просто, не так сразу. Мы не будем этим заниматься. Во-первых, скажу по секрету, чтобы попасть за те ворота и взять там хорошенькие штучки, которые лежат, не обязательно тут идти. Вот тут можно идти с другой стороны совсем, применить заклинание там, воздушный шаг или как там, и добраться обходным путем. Свиток невидимости. Так, и тут теперь убери огонек, убери. Трион. Иди сюда. Ты мальчик внимательный. Смотри, что тут что-то должно быть. Что-то должно быть. Что-то обязательно должно быть. Свет. Какое знакомое чувство. Тьма и утрата. Вампирчик, ты. Ночное зрение на 10 ходов. Так, давай-ка вот. Бежевые фугасные мины. Be careful. There are traps about. Так. Теперь туда нам не прыгнуть. Без вариантов никому. Ни Лаэзель, ни тем более нам. Так. Мой сердечный, у тебя ничего нету, чтобы давало тебе возможность прыгать далеко и беспрепятственно. Ну-ка. Ну-ка. Что у нас у Лаэзель? У Лаэзель манный шаг. Лаэзель. У тебя аж два туманного шага. Что-то слишком жирно. Давай-ка. Давай-ка поменяйся-ка ты со Стариона. Вот. Вот так вот. Стариончик. Туманный шаг. Нет, подожди, дружок. Давай мы рассредоточимся. Рассредоточимся. Давай, командный шаг. И подальше, подальше. Знаю я это. Так, молодец. Молодец. Ага. Ворона и ручка прилетели. Сюда. Be careful. There are traps about. Сдерживай. Молодец. Просто чудо, что за мальчик. Теперь отойди подальше. Что-то тут у нас. Что-то тут у нас. У нас что-то тут. Так. Друзья, теперь давайте мы по очереди прыгаем туда. Нет, даже Лаэзель не способна перескочить эту пропасть. Ну, у Лаэзель есть такая способность, как прыжок Кусьян. Молодец. Теперь мы уже спокойненько. Ох, красота. Ну-ка, Эльза, а у тебя тоже есть прыжок Гетьянки? Гетьянка ты, аль нет? Давай, прыгай. Ну, прыгает она, конечно, ближе, чем Лаэзель, но тем не менее. Так, и остался нам один Гейл. Гейл, прыгнуть-то ты не сможешь. Но у нас вот есть туманный шаг. Давай. Молодец. Просто чудо, что такое. Ну вот, теперь.
Теперь пошлите дальше. Можем пройти сюда, тут ничего особенного. Тут мы найдем следы. Тут мы найдем кровавые следы или какие-то. Я думаю, что это та самая гномиха, которая убежала, которую мы нашли. У которой взяли баночку рудного пороха. Давай-ка пойдем сюда. Давай, давай, давай. Господи, давай сюда. Собирается это. Скелетики обыщем. Ну, чтобы сюда потом уже специально не возвращаться. Пила заберем. Все пригодится, все в дело. Куда это что-то мы тут прыгнули-то? Ну, какая сковородка. А у нас есть? Ничего у нас нету. Старион? У меня Старион это. Эльза открывает. Тоже неплохо. Молодец, Эльза. Наверняка от Стариона научилась. Это мы как раз вот над тем местом, где мы бились с этими ядовитыми, не знаю, как их назвать, бесформенными штуками желе. Ключик. Форма для щита. Сразу давай зелье отдадим. Форма для отливки, причем искусно сделанная. Вероятно, ее используют не менее искусных. Там, где что там говоришь, Лизель? Не менее искусные кузни, да. Мы как-то приближаемся понемножечку к этой кузне. Что ж, давай посмотрим. Бутылка. Ну что, давай сюда иди. А, смотри, какая там книжечка. Гимн танцовщицы. Тьмы. Это все, что осталось от темных лицециаров. Одни кости до бутылки. Ну, это хорошая бутылка. Ледяной поцелуй. Так, ну что, друзья мои, отойдем. Присядем. Раз, сосредоточимся. Эльза. Нет, Эльза, давай вот тут. Let's be on my way. Астерион. Сюда. Гейл. Да? Лизель. Ух! Гейл, я не это имела в виду. Я не имела в виду, чтобы ты отдыхал. Я имела в виду, чтобы ты
Как-то вот давай вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот, вот, да, и присядь. Так, Лизель. Давай. Открывай. И что? И что? Давно Эльза первая идет. Swift as my feet can carry me. Смотри, кто тут. Три кабана. Три кабана. И вон какой там стоит Меригон. Нет, мы не будем бить их прямо оружием. Хотя... Ой, и как-то прямо скажем, тратить магию мне тоже не хочется вообще. Так, а с чему там, что там Меригон? Ох, как хрюкает. Меригон невосприимчив к огню, холодоустойчив, к яду невосприимчив. Ну да, к механическим всяким повреждениям он устойчив, весь такой устойчивый. Подожди, ну как там, значит, ко льду, давай, го. Не будем, но удачи нам еще. Что, Америгон? Вообще, что ли? Только кабанчика подбила, ну ты даешь, Эльза, ты даешь. Давай, беги отсюда, пока тут сейчас кабанчик расцвирепел. Так. Гейл, иди сюда. Да. Ах ты, ёлки, подступил в бой. Ну ладно, так, огонь бессмысленно и бесполезно. Давай. Вот так. Вот так. Вот это правильно. И беги. А еще у нас тут остался наш друг. Вообще... Подожди. У нас есть... Давай-ка оставим зелье невидимости. Отцепить от своих друзей и пополз. А, ну да. Вот сюда, так чтобы и не дай бог упадешь. Ну да, там, конечно, ножи. Ничего, мы тебя потом вылечим. Давай. Молодец. Это хорошо. Укусить, ну ты его укусить можешь. Ну не очень-то, ну ладно, отойди. Дальше не надо. Так, итак, мы все в бою. Ну ты, девушка, нет, как бы. Уже нет. Так, а теперь Лизель. Твоя очередь. Так, встань, вот так вот встань. Нет, не так. Вот, давай, будем выбивать оружие у этого Меригона. Да ты ж молодец, да ты ж героиня. И давай его. Не обязательно даже, чтобы он летел, но вот этот удар, который отбрасывает, он сам по себе еще очень сильный. Промах. Лизель, ну давай хоть кого-нибудь пни, ну хоть этого кабана давай пни. Ну вот, лучше, чем ничего. Но Меригона нам надо прикончить. Хочешь, не хочешь, так что давай. Вот это другое дело. Это другое дело. Вообще, подожди, нам же не все равно. Этого кабана мы не прикончим. Давай будем хотя бы этого бить.
Давай, дубиной его так, чтобы он летел. Давай. Промах. Ну да, у них очень броня сильная, поэтому, конечно, Лиска промахивается. Отойди давай куда-нибудь подальше. Куда-нибудь. Ну а сейчас нас будут бить. Ой, подождите. А у нас же еще вот есть. У нас рука есть, которая может подлететь, например. Подлететь. Да, да, вот мы сюда хотя бы пусть подлетит. А, она же невидимая, ко всему прочему. Хоть чуть-чуть, хоть что-то. Ну вот, лучше, чем ничего. Еще у нас есть ворона, которая тоже может подлететь. Вот. А, давай, выкрыем очи. Ну, тоже хорошо. Ну, а сейчас ты нас... Ага, и ворона сама сдохла. Ну, ладно. Теперь нас будут бить. Ты не можешь улететь? А, он же ослеп. Он же ослеп. Поэтому... Стоп. Ага. Там прошло. Дорогая, вам дорогая, как он тут? Так, тут у нас Лиза, тут у нас Гейл. Пошли бить кого-то другого. Вот тут у нас еще целенький, свеженький. Давай стреляй, просто стреляй. Чуть критический промах. А это ты можешь? Хоть нет, не может. И это не может, и это не может. Звучит как фан, ты так думаешь? Ну-ка. Ну, не знаю, не знаю. Ну давай, режь его. Ну, молодец, да, но маловато. Так. Гейл, ой, господи, ты и так тут уже порядком, порядком потратил магии, а я этого не хочу. Поэтому давай просто режь. Давай просто режь. Ну да, конечно, конечно. Это... Ага, еще и подхватил горение. Ну ладно, ну лучше, чем ничего. Хотя, конечно, это не твой стиль, Гейл. Но что делать? Что делать? Это стиль нашей... Зель, да? Давай. Подожди, а вот туда. Там не упадет. Ну да, ты молодец. Давай еще. Так, молодец. Ну-ка, пошли. Там наших бьют. Наших бьют. Ну-ка, лети. Можешь вот здесь? Ножечку. Вот так, о. Ну. Эй. Ну, единичка. Ну, ладно. Ну, ты можешь своим фаларом так дарить по кабану? Недостаточно движения. Постреляй тогда. Просто стреляй, не тратя. Не надо нам удачу, она нам еще пригодится. Так. Этим ты уже не достаешь. Ну, понятно. Все горят и все горит. Молодец, молодец. Так, друзья мои, давайте, во-первых, мы отдохнем. Хватит там гореть. Мы уже отдыхали один раз. Ой-ой-ой. Давайте.
Так. Ейл, ты уже использовал магическое восстановление. Значит, не сможем мы идти биться с Неро прямо сейчас. Нам надо будет отдохнуть, восстановиться. Ну ладно. Значит, мы сможем еще один бой местного значения провести. А потом восстановиться и идти бить Неро, Неро. Вот еще одна маска из адского металла. Еще одна маска, да. Еще один маск. Здесь была целая армия Меригонов, а с ними всегда бывает командир. Все говорят, что где-то есть командир Меригонов. Ну где, где? Ну мы еще не скоро его встретим. Так, огнестрел. Одноручный арбалет, да? Одноручный. Ну-ка я подадим Астриону. Астрион? Well, hello. Hello, говорит. Hello, дружочек. Так, это одноручный арбалет, это одноручный. А у нас еще есть огнестрел. Он с какими-то умениями. Это лучше. Возьмем огнестрел, а второй просто одноручный. Это одноручный еще, не знаю, или пригодится, или продать. Ну что, друзья, все, да, больше тут ничего интересного нету. I've got a long road ahead. With haste. Так, здесь мы, значит, побывали. Что тут? Что тут? Сюда, 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 сюда. Да, Меригон был с адскими кабанами. Это значит, где-то кто-то есть посерьезнее. Найдем мы его. Я надеюсь, если нас не прибьют раньше. Недоставленное письмо. Сударь мой Кеттерик, пытками мне наконец-то удалось заставить пленную орфистку поделиться с нами кое-какой полезной информацией, а именно местоположением ее тайника. Он находится на каменном утесе. Я проверила, но оказалось, что находящийся там сундук заминирован. Попытка вскрыть его может обернуться полным уничтожением содержимого. Шпионка отказывается сообщать нам, как обезвредить ловушку, и сколько бы ее ни бичевали, лишь выкрикивает «Люкс Пленда», наверняка какой-то их пароль. Допрос продолжается. Вновь нижайше прошу простить меня за прежнюю оплошность. Уверяю, в дальнейшем я никогда не паду так низко, чтобы не распознать настоящего врага и принять за него одного из моих собратьев по вере. Доходят они вечно цени. Юстициар Сибилла. Ну, вот этот вот Люкс Пленда, это и есть пароль для открытия того самого сундука. Очевидно, юстициар Сибилла, дамочка туповатая, и даже этого не поняла. Даже это не поняла. Люкс Пленда, да, ну где этот? Найдем, я надеюсь. Так, ну пошли дальше. Попутно тут. Друзья мои, я еще раз говорю, по Гримфорджу... Давай-ка возьмем лампочку. Можно лазать очень долго, очень интересно все рассматривать. Я не буду очень подробно это делать, потому что не хочу затягивать прохождение, но и так он будет достаточно долгим. И я пытаюсь пройти только те места, которые нужны для того, чтобы понять смысл, для того, чтобы понять лор, для того, чтобы понять историю. Ну и, конечно же, основную ветку. Но не только основную, не только. А такие дополнительные задания, те, которые интересны, те, которые что-то значат. И те, которые не очень интересны или незначительные. Хотя, конечно, интересно практически все. Но не все одинаково значимо. И вот то, что не очень значимо, то
я проходить не буду. Или же, например, просто какой-то лут, где-то лазать, прыгать только для того, чтобы достать какую-то вещичку. Я это буду за кадром. Сейчас мы хотим попасть в адамантиновый кузов. Мы идем, идем, идем. А уже оттуда, от этой кузни. Какие-то звуки. Вот там, вот мы там были, вон там стоят эти, раскапывают неры, это все там. Все, она как бы близко, но не везде можно попасть по прямой. Грибочек, который можно съесть, и не шляпник, это съедобный грибочек. Летики. Вот, можно вот здесь влезть, если кто-то еще вдруг не играл. Тут интересные такие формы для скимитара. Но мы не будем делать скимитар, нам он как бы ни к чему. И вот тут такие интересные вещи, если потянуть за рычаг, там есть платформы, которые туда-сюда ездят. На них можно перемещаться, например, один персонаж стоит здесь, другой идет там, он его туда-сюда возит. Но мы сейчас не будем этим заниматься. Мы здесь для того, чтобы... Подожди. Подожди. Так, как нам подключить? Для того, чтобы попасть в адамантиновую кузню. Нам надо как-то вот сюда перепрыгнуть. Нет, даже так мы рассредоточимся. Эльза применит заклинание шаг, туманный шаг, и сюда вот так. Молодец. Форма для пластинчатого доспеха. Вот это полезная. Несколько форм брони можно сделать в адамантиновой кузне и оружие. Но для меня как-то кажется самое полезное — это все-таки броня. Ну хотя у других может быть другое мнение. Тут темные юстициары. Найти новые источники жилы мифрила поблизости уже почти исчерпаны, а потребуется его для новой затеи. По расчетам брата Силоува немало. Кое-кто из братьев стал звать его Грим в честь места его создания, но только когда брат Силоув не слышит. Потом это все обыщем. Ну, давай, ладно, давай сразу, дабы и потом не возиться. Так. Эльза. И потом можем там пройти. Давай посмотрим, что в тяжелом сундуке. Ничего особенного. Это все в питании. Тут можно прочитать про то, как строили кузню. Друзья, читайте, кому интересно. Это все маленькие кусочки гора. Мы не для того, тут не для того. Вон там, вон там. Оп. Мы туда так прям уже не пойдем, дабы не нарваться. Сейчас тут откроем. Ну, мы открыли.
Открыли. Теперь мы вот так. Вот так. И все наши тут как тут. Билет. Наславится госпожа утрат, ля-ля-ля, и тополя. Читайте, друзья, читайте. Зелье удающихся прыжков. Сколько нам вообще осталось до уровня? До уровня 200. Ну да, да, да. Ну почти ничего, совсем чуть-чуть. Посмотрим, может быть, мы все-таки уровень поднимем, дабы не зря тут нам ходить. Yes, darling. Да, радость моя, нет, ну настроенчик прекрасен. Ну, мы не хотим сейчас с тобой говорить. Давайте, я хочу открыть кузню, потому что тоже дают какие-то очки опыта. Мне хочется все-таки. Еще один уровень заиметь. Так, вот. Кузня, красота, мы сюда обязательно пойдем, но не сейчас. Давайте мы вначале разберемся с Нере, а потом разберемся с кузней. Убираю свой фонарик. Сели. Потому как видите, что там делается. Вы видите, что там делается. Форма для булавы. Отдадим ее тоже. Лизель. Там кто-то сидит и ждет, пока простачки вроде нас не появятся на горизонте. Поэтому рассредоточились. Так. Рассредоточились. Сюда. Так. Аккуратно, 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 аккуратно. Не надо на красное наступать. Так. Right away. Нет, 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 давай. Не надо нам рассекречиваться. Молодец. Тут и сиди. Лизель. Сидеть, Лизель, ты сидишь? Вот так. Вот так. Вот, молодец. Так, Астрион. Где твоя ручка, Астрион? Она около тебя или она где-то отстала? Ну-ка. А, ты же забыл ее прицепить. Ну, ладно, это не столь важно. Вот сюда. Да. Нет. Астрион, да прыгай же вот куда-то сюда. Ну чё, вот там прыгай. Вот так, молодец. Давай вот так. Вот так. А, вот кто там. Оживленный доспех. Сел. Вон там тоже. Не-не-не. Ведь мы их будем. И вон там тоже.
ладно. Сюда достанешь. Не застали врага врасплох. Ну, ладно, стой тут. Ой-ой-ой-ой-ой, какая же я дурища-то, я забыла совсем, что мы же раз врасплох, мы можем другими ходить. Давай еще раз. Так, как бы нам вот туда бы достать, вот до этих бы. Чем мы тут можем достать? Мы можем еще, чтобы хотя бы один из них сдох. Давай еще. Целых вам, молодец. Чудо какое-то. Так. Ну и все, мы все. А, еще не все. У нас даже Астриончик, сидя в засаде, уровень поднял. Ну что, сможем мы? Подсишка, ну нас заметили, да? Да, нас заметили. Ладно, не беда. Ну что тут? Нет, уже. Стой, там. Нет, самое у нас осталось два. Эзель бьют. Ух ты, попал даже. Ну а что, промах? Тяжело в тебе, Астарион, что ты разрешаешь себя бить-то? Укусить мы не можем. Нет, он видит. Укусить мы не можем, потому что он весь железный, зубы обломаешь. Бей. И? А второй раз? Что, давай? Ну, нормально, нормально. Ага, песенку мы тут прибили. Ну, давай, на кого мы тут наложим? Наложим мы на Лейла. Давай сюда. Что? 35. Ну да, они крепкие. Если это... Промах. Сейчас будем мазать. Лиза, давай. Сюда. Дубиной бей. Дубиной. Практический удар, правильно. Дубиной. Пал. Стреляй в этого. Все. Молодцы. И у всех поднялся уровень. Лиза, ну, понимаю, что там высоко, не так уж высоко. Давай, прыгай, обезьянка ты альня. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем мы прыгнули? Нам надо было... Ну, это уже не Лизина вина, это уже моя. Давай, во-первых... А, тут еще и... Нет. У тебя перевес, девушка, да? Еще бы столько грузить на бедолагу. А у нас кто? У нас мальчики вообще не нагружены. Значит, мальчики будут там прыгать и... И собирать все подряд. Ну, сейчас мы давайте быстренько уровень поднимем.
поставить воин 6 уровня. Улучшение характеристик, да? Сила. Ну, сила, пока мы с дубины, не так уж нам нужна. Она у нас и так самая высокая. А вот что мне всегда очень нравилось. Мне нравились обои руки. Бонус плюс 1 к классу брони. Мы можем легко сражаться и тем, и другим. Ну что, волшебник, ты заклинание получил. Какие у нас тут такие нужненькие, ну вот это неплохое. Ну, удар молнии тоже может быть очень полезный, очень. Увеличение уменьшения на самом деле полезное заклинание. Ну, вот, снятие проклятия. Снятие проклятия — это, несомненно, полезное. Ну, подготавливать мы не будем. Ну, может быть, это снимем. Вот это добавим. Можешь новенькая хорошенькая, что можешь новенькая хорошенькая заиметь? Проклятие, проклятие, пострастений, ну это больше для друида, стражевая печать, большая смерть, ужас, наслать, разбивающий звук, неплохое, давай его возьмем. И мы можем что-то заменить, во-первых, что бы мы хотели. Что бы мы хотели. Что бы мы хотели. Ничего тут такого особенного нету, чтобы прям очень что-то захотелось. А здесь у нас, в принципе, все очень хорошие и полезные. Ничего не будем менять. Лут. Ну-ка, навыки, что мы можем? Нет, не будем ничего не менять. У нас обман, у нас убеждение, у нас все очень хорошо. Заклинание заменить, во-первых, чтоб мы хотели добавить, чтобы вот мы такое вот прямо хотели. Магический доспех хороший, очень хороший, но если ты не носишь броню. А вот щит, ответное действие, ну-ка. А что мы можем убрать? Ну вот смех Таши. Ну как бы он нам, ну так, не используем его. Вот. Ну вот. Теперь мы все теперь 6 уровня. Сильные, смелые, ловкие. Так. Да, где как пройти в библиотеку? Он все спрашивает, ну как пройти в библиотеку? Где ближайшая библиотека? Бедный ученый, интеллигентный человек. Давай лучше осматривай и собирай все подряд. О, зелень невидимости — хорошая вещь. Так, прыгай обратно. Итак. Чем мы можем сейчас заняться? Нет, друзья, давайте мы сделаем так. Давайте мы все-таки пойдем быстренько отдохнем, дабы нам тут
Дабы, что это такое? Что это? Молоток. Дабы нам тут не растягивать резину, давайте пошлите, быстренько выспимся, быстренько вернемся и пойдем мы бить Снэра. Может быть, в этой серии мы его еще и побьем. Но для этого нам надо вначале выспаться и вообще. Давай, не откладываем. Дело долгое. Ой. Неужели мы там? Давай быстро ложимся спать, потому что у нас там наш мальчик для битья. Вот-вот. Все. Испытание провалено, помер. А это значит, что он не сможет нас бафнуть. Ну где ты, где ты? Мы так спешили поспать, дабы тебя. Нет. Зенитушка, так нельзя. Зенитушка, наш Зенитушка. А у нас вообще есть свитки возрождения? Вот, что, последний, что ли? Так нам надо купить. Зенитушка. Ну вот. Но он сейчас такой слабый, хилый, с единичкой здоровья, что он не сможет нас бафнуть. За этого Зенитушки придется нам еще раз спать. Тратить драгоценные продукты. Ой. А, так мы не можем поспать пока. Господи, мы не можем поспать, пока не вышли. Что? Все, мы поспали? Или нет, или как, или где? Зенит! Ау! Где? Где сюда? Это? Сохший. Что, мы сейчас одним вином напьемся? Ну давай, а потом будет у нас похмелье. Ох, как храпят. Нет, нету похмелья, нету. Молодцы. Так, быстренько, быстренько. Давай. Let's. Гейл, подожди-ка, давай посмотрим. Тут все, что мы так, как мы хотим. Ну, в общем, да. Окей. Так, ну подожди, нам нужна... Нет, лопата нам тут будет не нужна. Не нужна. Дезель, вернее. Опыт. Ну, рука тут тоже будет не нужна. В общем-то, подожди, давай посмотрим, а что тут вообще у тебя есть? Чего тут нету? Да, мы тут не можем ничего поменять. Подожди-ка еще, Гейл. Ты что-то можешь нам хорошее сделать? Животными, ну, великое зелье лечения. Ну, ладно, давай хотя бы. Соли у нас нет, эликсиров. Никаких толковых. О, эликсир пронырливости ты можешь сделать. Это хорошая вещь. Эликсир пронырливости, он не дает наложить всякие неприятные вещи, типа паралича. Ну, сейчас нам, по-моему, нужен будет, а может быть и нужен. Ну-ка, где зелья? У кого? У кого все зелья? По-моему... Давай отдадим Эльзе, потому что у нее все зелья. Пусть так оно и будет. Давай все отдадим Эльзе. Все. Чтобы все зелья были в одном месте. И не шариться и не искать их там. Так.
Хорошее зелье. Защищает от паралича и обездвиживания. Ну нет, пока мы не будем. Будем надеяться, что не парализует нас. Устойчивость к огню тоже хорошая, но пока он нам не нужен. Бесподобного сосредоточения. Бесподобного. Подумаем, у нас еще слишком мало этих зелий. Подумаем. Как нам нужен торговец? Как нам нужен торговец? Так, ладно. Будет вам торговец, но позже. What now? What now? Never wanted the easy path. This vessel is at thy disposal. The vessel only stares blankly. Так, Эзель, по-моему, там самая нужная. Так, давай-ка мы тебе тоже что-то поднимем уровень, чтобы ты поздоровее был. Что нам тут подготовить? Вдруг, а вдруг ты когда-нибудь тоже с нами пойдешь? А вдруг? Вот это нам не надо. Щит веры сойдет, вода так-сяк. Тишина не надо. Паралич гуманоида может пригодиться. Возрождение тоже неплохо. Снятие проклятия давай. И вот эти вот. И вот эти вот штучки тоже хорошие. Это что? Светоч, надежда. Давай воду уберем. Не то, чтобы мы прямо сейчас собирались его брать с собой. Ну, а вдруг? А вдруг? Ладно, пока будет так. Странные звуки, как ржание какой-то дикой лошади. Сказала, что мне удалось заслужить твое уважение. Тогда почему ты все время грубишь? Характер у нее такой. Раз уж тебе так хочется это знать, Латиф требует, чтобы дети ее выкладывались по полной. Подумай, сколько ударов ты нанесла, сколько крови пролила во имя бессмертной королевы. Я не знаю других цветов, кроме красного, как кровь, и черного, как смерть. Мой разум серебро, мое тело сталь. Я есть то, чем я должна быть, и говорю, что должна говорить, дабы выжить в бою с любым врагом и вынести любую рану. Да, ты стальная леди, или железная, или какая там очень сильная леди. Да. Да. И вообще, пошли со мной. Да ладно, вон зенит, зенит. Да. Так, друзья мои. И, друзья мои, знаете, все-таки, наверное, я сделаю перерыв. И все-таки, наверное, бить Нере мы пойдем в другой серии, в следующей. Ну, чтобы уже быть спокойной, чтобы уже, как говорится, все было у нас хорошо. А сейчас я с вами попрощаюсь. До очень скорого свидания.
как говорится. И мы пойдем бить Нерри. Всем самого доброго. До свидания.